Сегодня мы представляем новую коллекцию зимы от компании Мурески, которая очень приспособлена для нашего рынка. Например, полуботинки на полиуретановой подошве. Они очень легкие, очень прочная подошва из кожи теленка. На натуральной цигейке ботиночки сделаны из кожи буйвола, индийского буйвола, которая всегда держит форму, и она очень мягкая. Подошва сделана из каучука, который для нашей погоды, как сами понимаете, очень даже практичная. Новая фишка – это туфли на меху. Тоже сделаны из того же материала, из кожи буйвола индийского и из резиновой подошвы. Также хочу вам показать очень интересную модель туфлей. Мы в основном пытаемся привозить только индийского буйвола, потому что кожа очень мягкая, но держит всегда форму. Она намного мягче, чем теленок, и поэтому мы предпочитаем привозить нашим клиентам туфли и обувь из индийского буйвола. Чем примечательна эта модель, что кожаная подошва прошита методом вулканизации, нанесен на нее каучук.